двигатель с автомобиля Нива, блок 21213. Нива обычная, не Chevrolet. Кстати, тут карбюратор стоял, не инжектор. 2004 года. Значит, я его уже разобрал. Единственное, что теперь нужно отметить некоторые особенности. Вот, в частности, берем лампу, чтобы видно было. Вот, на цилиндре. Мотор прошел всего чуть больше 30 тысяч. Вот, видно на цилиндре. О, повреждения, то есть такие потертости хорошие. Так, прямо на торце, то есть, если так посмотреть. О, так. Также хочу обратить внимание на то, что хон есть, но вот в некоторых местах конкретно, вот сбоку раз, и вот тут вот сбоку два. Видно, что хон как бы потерт чуть больше, чем в остальных местах. То есть вот износ. Вот с этой стороны внизу. И вот здесь как пятно такое. Так. Ну, в принципе, второй и четвертый цилиндр более-менее. То есть второй и третий, извиняюсь. Вот здесь, но тут тоже присутствует вот потертость хона. Вот. Чуть-чуть сбоку по-другому. И вот четвертый тоже, вот он имеет. Вон он. Такой задир. Полоска. О! К сожалению, это уже не первый случай именно такого повреждения, с которым я сталкиваюсь. На что я теперь хочу обратить внимание. Вот я разобрал поршню. Я специально не вытирал ни шатуны, ни поршни. Вот они как в масле были, так я их и положил. Вот они, шатуны. Пожалуйста. 21213. Вот их серийный номер здесь. 140-50-71-13А. Под плавающий палец. Видно вот это вот дело. Угу. Есть? Так. Теперь. Во-первых, качество изготовления. Вот здесь вот хорошо видно, что отверстие под втулку в самом шатуне, ну, мягко говоря, косо расточено. Ну, не косо, а сбито. То есть, вот с этой стороны стенка толстая, с этой стороны стенка более тонкая. Видно. То есть, доснял. Да. Так. И вот с этой стороны мы теперь то же самое. Так? Но, внимание я хотел обратить не на это. Вот если взять шатун, например, так, сейчас я посмотрю, например, вот он, шатун, так, я хочу обратить внимание на что? На толщину втулки, вот на глаз это видно, вот на нижнюю ее часть и на верхнюю ее часть. Здесь видно, что нижняя часть визуально чуть-чуть толще, чем верхняя часть. Именно самой стенка самой втулки. Это есть? Угу. Так, а теперь мы его переворачиваем наоборот. И здесь мы видим, что верхняя часть, вот с этой стороны, она еще тоньше, чем нижняя. Вот это вот видно? Угу. Так, это один шатун. Теперь другой какой-нибудь берем. Например, вот этот вот. Здесь визуально видно, что втулка, в принципе, ровно сидит. Видно? Угу. Так, переворачиваем его. И здесь ровно. Угу. Так, следующий шатун берем. Так, вот оно. Так, смотрим. Вроде бы ровно. Угу. Так? Угу. А вот с этой стороны видно, что вот эта верхняя кромка тоньше, чем вот эта вот нижняя. То есть, с одной стороны, это ты заснял? Да.
То есть, с одной стороны, она визуально ровная, а с этой стороны видно, что она перекошена, косо расточена, уже запрессованная втулка. Вот это вот брак завода. К сожалению, с этим именно что втулка растачивается косо, косо относительно нижней головки шатуна. То есть ось нижней головки шатуна и верхней головки шатуна должны быть параллельны друг другу. Они не должны смотреть друг на друга вот так вот. Они должны быть строго параллельны. И из-за того, что нарушена параллельность вот этой вот верхней втулки, поршень в цилиндре стоит косо. Это и привело к тому, что износ такой нехарактерный на гильзах. И, значит, со всеми вытекающими обстоятельствами. Это видно по поршням. Вот, например, поршень. Так? На что я хочу обратить внимание. Вот он, жировой пояс. Со стороны пальца. Вот здесь вот везде нагар. До первого компрессионного кольца. Видно это, да? Угу. Так. Теперь мы переворачиваем с другой стороны. И видим, тоже со стороны пальца, что нагар здесь, во-первых, его здесь меньше, а во-вторых, нагар далеко не по всему жировому поясу. Вот здесь вот он частично отсутствует, вот здесь вот он частично отсутствует, то есть только вот в верхней части есть чуть-чуть. Это говорит о том, что поршень, когда работал в цилиндре, он вот этим вот местом все время принудительно терся об цилиндр. Данное явление схематически хорошо нарисовано и описано в книге «Ремонт двигателей зарубежных автомобилей», автор Хрулев, 99-й год, издательство «За рулем», есть на Рутрекере. Свободно можно скачать. Это вот один поршень. Берем следующий поршень. Смотрим опять. С одной стороны нагар есть. Вот в районе пальца. Вот. Так, переворачиваем его. То же самое. И видно, что здесь вот потертости есть. Видно? Угу. Так, следующий поршень. Вот здесь вот вообще шикарно. То есть видно, что здесь нагар. Толстый слой, даже вот на этих перемычках нагар есть. Большой, хороший. Так, есть? Угу. А с этой стороны нагара нет. Вот, здесь вот. Он терся. Так. Следующий поршень. Опять то же самое. Нагар есть. Переворачиваем его. Нагара нет. То есть самый большой перекос был. Да, самый. Но это еще, к сожалению, у меня нету образца, чтобы совсем с очень злым перекосом показать вам поршень. Потому что с очень злым перекосом здесь прямо блестящая кромка аж полностью. То есть видно, что он терся по цилиндру. И на цилиндре характерные есть отметины именно даже с этой стороны. Конкретно по поводу шатунов. Хочу я отметить, что шатуны с 213 мотора хорошие и лучше, чем стандартные. Потому что вот мы берем стандартный шатун с 21.01, но присаженный. Эти шатуны мне фонд рок-н-ролла отдал очень добрый парень из Ставрополя, Артем Бекетов, за что ему большая благодарность. За то, что за поддержку моральную и материальную. Вот, эти шатуны присаженные из стандартных 21.011 в длину 129 мм. Но на что я хочу обратить внимание. Вот здесь, где ставится болт, есть для него посадочное место. Вот сейчас я возьму этот болт один. Вот. Видно, что здесь фрезеровка. Видно вот это, да? Угу. И получается, вот эта вот часть шатуна, переход с нижней головки, с круга, на стержень ножки, очень тонкая. И вот в этих местах шатуны деформируются и ломаются. В частности, на эту особенность конструкции мое внимание обратил один парень из Днепропетровска. На шатунах 21-213
эта проблема решена. Здесь сделан нормальный болт стоит, и есть нормальный переход, который должен быть. То есть он более мощный в этом плане. Поэтому вот за счет того, что он вот здесь вот переход такой, поэтому он лучше. Но покупая новые шатуны, нужно в любом случае, без разницы, палец тут хорошо, туго идет, не туго, нужно втулки менять и на координатке растачивать, чтобы быть уверенным в том, что они параллельны, верхняя головка параллельна нижней головке. Также, вот сейчас я бугель сниму, болты здесь, которые крепят, бугель, вот оно сидит хорошо так здесь плотно на шлицах. О, вот, то есть болты здесь сделаны так, чтобы они сидят на шлицах, что дает, делает соединение более жестким. То есть если здесь такого нету, он просто стыкуется сюда к плоскости, поджимается и все, то здесь он еще на самих болтах сидит плотно. Вот поэтому эти шатуны и являются более предпочтительными для каких-то моторов более веселых, чем обычный, стандартный. То же самое, кстати, касается восьмерки. Но это обычный шатун, подпрессованный палец, тоже у них здесь есть проточка в старых шатунах. А вот новые, ну, к сожалению, нет у меня, чтобы сравнить более детально, показать, которые идут под плавающие пальцы. Вот такая вот конструктивная особенность. Коленвал с него же 21213, вот здесь вот сейчас будет видно, вот 21213, полнопротивовесный, с ходом 80 миллиметров коленвальчик в хорошем состоянии. Теперь проверка его набиения, один из главных моментов дефектовки. Вот микрометр, все стоит. Все готово. Сейчас. Видно, что биение вала около соточки. Конечно, если у вала отсутствует биение, это вообще отлично. Но в данном случае коленчатый вал в допуске. Максимум допуск биения — это 3 сотки. Коленвал в хорошем состоянии. И теперь, как пример, проверка микрометром шеек коленвала. Вот шатунную первого цилиндра мы берем. Вот я ставлю микрометр. Так. И смотрим вот сюда. Видно цифры? Угу. Он показывает в минусе от 48 в минусе 16,5 соток. То есть вот 0 до 40 десятка, то есть кто не знает. И вот здесь вот еще 6,5 соток, то есть 16,5 соток. Как и должно быть по литературным данным. Ну, все остальные шейки то же самое нормальное, чтобы не показывать одно и то же. То есть и корень нормальный, и все остальные штунные тоже отличные. То есть коленвал в очень хорошем состоянии. Головка блока цилиндров. Значит, вот она ВАЗ. Сделана в России. Так, ну что сразу хочется обратить внимание, вот здесь вот я приближаю к цифрам, видно, что они срезаны. Так, головка изначально с завода была фрезерованная под повышенную степень сжатия. Вот здесь вот в частности, сейчас я, вот тут вот ступеньки как таковой почти нету.
Так? Ориентировочно вот этот вот размер 110,8. Это было сделано с завода. Хотя вообще-то странно, если они фрезеровали головку под степень сжатия, так зачем же было делать лужу на поршнях для понижения этой же самой степени сжатия? Вот это вот удивительно, мне лично непонятно. Но видно, что головка ходила, в принципе, на нормальной охлаждающей жидкости. Вот здесь вот сбоку хорошо видно. Вот. Что нету там такой коррозии какой-то. Вот раз, и вот тут вот два. Вот. По каналам абсолютный стандарт, как 11-я головка. Ну вот, например, впуск. Так. Раз. Смотрим. 32,5. Стандарт. Седло. Выпуск. Так. Ну вот. 27. Ну тут потому что нагар. Вообще 27,5. Если штанген туда вставить и немножко. Так. Это до чистки я еще не чистил ничего. Вот. Ну вот тут. Чуть больше 27, ну, грубо 27,5 стандартные седла. Что касается каналов, то же самое. Все стандартное. У двигателя объем больше, но головку, по всей видимости, изменять завод и не подумал. Единственное, что тут вот немножко снято еще до того, как головка попала ко мне. Ну, в общем, канал вот там вот дальше, если померить. Ну, как на стандартной головке 30 миллиметров, там 30-30,5. То же самое касается выпуска. Дальше коллектор. Вот он коллектор. Здесь нарисовано. Точнее набито. ВАЗ-21-21. Вот. Отличается он от обычного коллектора только тем, что здесь есть фланчик для системы рециркуляции отработанных газов, которая снижает токсичность и также мощность двигателя. И к этой же системе относится вот эта вот часть. Она открывает вакуум, который управляет мембраной рециркуляции отработанных газов, когда двигатель прогревается. Что касается конкретно самих каналов на коллекторе, все то же самое, как на обычном штатном коллекторе. Вот мы, например, делаем замер. Раз. И смотрим. 29 миллиметров. Ну, если померить более, там вот получается 29. Так. В некоторых местах 29,5. Ну, в общем, вот если сюда замерить сделать. Вот тут вот, например, вот тут так. То есть там разные приливы. Все остальное 29 миллиметров. Грубо говоря, коллектор стандартный. Теперь на что хочется обратить внимание. Клапана. То есть головка прошла чуть больше 30 тысяч, напоминаю. Вот. Вставляем клапан впускной. Визуально сильно большого люфта он не имеет. Но несмотря на это, впускной клапан имеет вот такой вот красивый нарост. Вот здесь вот он уже откололся, а здесь вот он остался. Так, это у нас впуск. Выпуск. Вот вставляем. Так. Вот сейчас. И видно, что выпуск имеет люфтяру хорошую, большой люфт. Теперь конкретнее. Значит, выпуск. Вот начнем с выпуска. Так, он имеет в минусе от 8 3 сотки. А ну дальше его. Вот, 3 сотки в минусе он имеет.
Он почти не износился. Ну, то есть, есть, конечно, износ. Но не сверх сильный. Так, этот имеет впуск в минусе 0,02. Так. И вот здесь вот. Ну вот тоже 0,02. Буквально там масенький износ. Конкретно, что касается самих направляющих, я хочу продемонстрировать кое-что интересное. Вот мы берем нутромер, микрометр. Сейчас я приближу. О, он стоит на нуле. 8,0. Так. Вот я вставляю нутромер индикаторный в микрометр. Вот я его ровненько вот он поставила. Вот он стоит ровно. Смотрим. На ноле стрелка. Так. Идем сюда. И теперь начинаем с выпускной направляющей. Вот я хочу заметить, что вот я его туда вставляю. Вот он. Но вот здесь вот в начале, вот я его вставляю, вот она стрелка, она даже не шевелится. То есть направляющая настолько разбита, что она даже не шевелится. Вот я его чуть-чуть вставляю, о, началось шевеление. Что он нам показывает в плюсе? Сейчас вот он. Вот, 0, 1 десятка, 2, 2,5 десятки. То есть 25 соток. Вот он чуть-чуть вытащил, тут вообще 26. Ну и дальше-то он уменьшается, 25, 20 в плюсе, 15. Идем дальше, дальше 10, уже десятка в плюсе. Вот, ниже, 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 ниже. Это он по рифлености, ну, по насечке этой. Скажите, тут уже что у нас? 7 соток в плюсе, 6. И вот, о, 5. Вот на рифлености какой-то, вот только что, о, 5 соток. Вот там, где он не попадает во впадины, 5 соток здесь. Ну, хочу заметить, что вот, вот до 4 соток он даже доходит иногда. О, 4 сотки в плюсе. Это самое минимальное значение, которое он показывает. То есть 8,04. Ну вот, дальше, 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 то есть 8,04. Вот тут дальше пятерка в плюсе. 8,04. Вот я его вытаскиваю. Дальше. Теперь делаем впуск. Вот он где он. Вот он впуск. Вставляем его. О! Вот я его вставил. Ну, впуск, конечно же, лучше. Он нам показывает. Что он показывает? Ну вот, вначале он показывал, вот сейчас я его опять выскочил. Ну вот он в плюсе, где-то 6 соток он показывает. Вот я его туда опускаю. Вот, уже он 3 соточки показывает в плюсе. Ну и вот 3 сотки. Так. Вот. До 2 соток вот тут вот. Ну вот 3 сотки. Меньше, чем 3 сотки, вот, он, в принципе, не опускается. Теперь я хочу заострить внимание вот на каких вещах. Как было показано ранее, вот я написал специально визуально, чтобы видно было выпуск. Направляющая имела минимальный диаметр, меньше которого не было, это 8,04. Клапан имел 7,97. То есть изначальный установочный зазор в самом лучшем варианте был не меньше, чем 0,07, то есть 7 соток. Впуск, направляющая была 8,03, клапан 7,98. То есть изначальный установочный зазор был не меньше 5 соток. Износ направляющей большой, именно выпускной по конусу, который разбился в виде колодца, он обусловлен тем, что применяется материал некачественный. Но в данном случае я хочу внимание обратить не на это, а конкретно на качество сборки. Вот у меня есть книга «Автомобили ВАЗ». Она очень старая. Она лежала долго в гараже у одного дедушки, пока она ко мне не попала. Значит, вот я хочу продемонстрировать вам. Вот открываем оглавление. Вернее, последнюю страницу. Она здесь уже разваливается. Оглавление. Вот, значит. Смотрим. Значит, вот авторы. Автомобили ВАЗ. Сдано в набор в 1972 году. Подписано в печать 1973 год.
Ну, тут дальше идет тираж и все остальное. То есть вот он, тираж 50 тысяч экземпляров. То есть эту книгу выпустили фактически сразу вместе с тем, как первые вазы сошли с конвейера. Вот на что я хочу здесь обратить внимание. Открываем раздел по ремонту головки блока. Тогда еще заводом писалось. Вот. Проверить зазор между направляющими. И вот что интересно заметить. Монтажный зазор для новых втулок. 22 тысячные – это минимальный установочный зазор. Тире 55 тысячных для впускных клапанов. И монтажный зазор для выпускных клапанов – это 29 тысячных и 60-62 тысячные. То есть минимальный установочный зазор еще заводом в 70-е годы предлагался, и предлагается он по конструкции, делать минимальный зазор на впуске, это 22 тысячные, это чуть больше 2 соток. А выпуск 29 тысячных, то есть фактически 3 сотки монтажный зазор, это минимум. При этом, как я показал ранее, автомобиль был собран с монтажным зазором впуск 5 соток, но это еще более-менее укладывается в предел допуска. А выпуск даже ушел за предел. И вот именно потому, что благодаря тому, что изначально мотор собирается на новых запчастях с завода, когда ставится новая направляющая, новый клапан, зазор изначально установочный, не минимальный, а вот такой вот повышенный, благодаря этому головка, к сожалению, имеет очень ограниченный ресурс. 50-60 тысяч, в лучшем случае 100 тысяч. Ну, еще как повезет, конечно. И начинаются какие-то проблемы. Также здесь же хочу заметить, что вот тут же они пишут, что максимально допустимый зазор это 15 соток. В частности, после чего механизм подлежит уже ремонту. Также пружины клапанов на данной головке были в отличном состоянии и не ослабли. И раз уже коснулись мы пружин клапанов, в этой же книге открываем. Вот он. Значит, сейчас. Раздел, секундочку, вот он, значит, вот здесь вот есть таблица, которая вот написана, двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью. И здесь написано в одной графе возможные причины такой неисправности и в соседней графе метод их устранения. И вот идет, то есть на страница заканчивается, мы переворачиваем, вот она, эта таблица продолжается, и вот в самом конце написано: ослабли пружины клапанов. Ну и метод устранения, то есть разобрать головку цилиндров, проверить упругость пружин и так далее, то есть заменить пружины на нормальные. Вот еще раз, ослабли пружины клапанов. Поэтому вопрос с клапанными пружинами, о том, что они при ослаблении таковых мотор не развивает полной мощности, вопрос этот известен очень давно и уже был подтвержден на практике неоднократно, как на отечественных автомобилях «Жигули», «ЗАЗ», то есть «Запорожец», «Волга», так и на зарубежных аналогах. Самых разных иномарках. Поэтому этот вопрос без внимания оставлять нельзя. Поэтому я говорю всем, кто как новичкам, так и тем, кто считает себя более-менее профессионалом. И профессионалом, что если у вас нет книги по ремонту техники, лучше в мотор, в автомобиль без книги по ремонту не залазить. Книга по ремонту — это первое, что у вас должно быть в автомобиле. Также хотелось бы еще добавить то, что на этой головке был установлен, ну это уже не с завода, естественно, был установлен владельцем автомобиля, вот такая вот штучка, называется автоматический натяжитель цепи Pilot, 25 лет гарантии, поставил и забыл, 100 гривен, где он брал, правда, я не спрашивал. Но дело не в этом. У него постоянно гремела цепь. И вот
сама вот эта вот штука, устройство вот это вот, автоматический натяжитель. Так? То есть, ну, автоматика. Вот здесь вот язычок. Вот я его убираю, он туда закладывается. Вот сейчас я его... Вот. И потом по мере растяжения цепи он должен щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк выходить. Но есть одно маленькое но. Идея хорошая, правильная. Но воплощение ее еще сыроватое. Почему? Потому что вот я зажал его так. Вот. Вот прежде чем перескочить на следующий зуб, вот здесь видно, что он имеет довольно большой люфт. Люфт большой, миллиметра 2-3, может быть. То есть вот раз, щелк. То есть пока цепь, пока он точнее перескочит на следующий зуб, автомат, он в любом случае будет иметь какой-то свой микролюфт. И цепь будет греметь. Поэтому данное устройство, к сожалению, недоработанное. Идея хорошая, повторюсь, но еще сырая, нуждается в более детальной проработке.